Это двор дома 10 по улице Циолковского. С торца – вторая детская поликлиника. По одну сторону от него расположилась Николаимская церковь, по другую – музыкальный театр. А через дом – префектура Октябрьского района. Казалось бы, в таком окружении падение дерева будет выглядеть по меньшей мере как ЧП квартального масштаба. Но нет, ясень рухнул прямо на детскую площадку и лежит там до сих пор. Якобы техника приезжала, ворота были закрыты, и они не смогли сюда попасть. Оставьте номер телефона. Хотя номер телефона оставляли. Здесь я со своими детьми гуляю практически три раза в день. Сами видите, сейчас вот ворота открыты. У нас здесь поликлиника. То и дело выезжают машины, потому что у нас здесь врачи на выезде. Даже если просто позвонить в любую квартиру, так как мы, жители, постоянно ждем этой техники, любой житель открыл бы. Упало дерево вечером. По счастливой случайности пострадавших нет. Но есть недовольные. Впрочем, свое недоверие они копят еще с 2021 года. Тогда специалисты управления благоустройства города осмотрели двор, выявили 18 ясеней с признаками усыхания и приняли решение о вырубке деревьев. Пусть и дописали в официальном ответе, что работы будут идти с опозданием срока. От 6 сентября 2022 года подавали туда заявку и такой прислали нам ответ, что... На право вырубки деревьев акт был составлен от 5 июля 2022 года, номер 69, о том, что у них нету времени на наше 2022 года, а сейчас 2023. Читаем дальше. 2022 год. Ответ как под копирку. Объем работ большой, заявок много, могут быть задержки по срокам. 2023 год. Спил продолжается, адресные ориентиры ваши сотрудникам передали. И строчка. Принимаем все меры для увеличения объема работ по удалению сухих деревьев. Может показаться, что опил деревьев вдоль детской площадки уже хороший жест от властей. Но казалось, что местные жители сумели организоваться сами. Жители, значит, дома 10 сами собрались, там получили какое-то там разрешение, оно у наших мужчин, у мужей. И вот эти деревья, которые были аварийны, видите, они здесь вот так вот спилены где-то наполовину. То есть сами жители, мы начали уже спиливать эти деревья, потому что уже начали бояться за свою жизнь, за жизнь своих детей. Сами видите, да, деревья уже падают. Вот. Нам пообещали, что хотя бы нам пришлют вот технику, чтобы эти деревья убрать. Но даже и здесь обманули. Не прислали ни технику, все, собственно, ручно убирали. Марина Петрова провела нашей съемочной группе экскурсию по двору. Вот, говорит, аварийное дерево, вот еще одно. Большая часть из них нависает на детской площадке. Но никто на это по-прежнему не реагирует. Видимо, все еще чего-то ждут.